Хай, всем с вами Джо, добро пожаловать в The Crew. Я полетел в Нью-Йорк, чтобы быстрее добраться до П-класса просто. Все равно деньги, $300 или как называется, баксов. И чё такого? То есть теперь добро пожаловать нам типа в Нью-Йорк. Добро пожаловать нам в Нью-Йорк. Теперь мы будем еще тут гонять. То есть тут, ну, сейчас встретим еще нашего братана, который этого, который мы, как его зовут, Умар, да, типа того. Знаете что, давайте сначала найдем это. Если найдем, то будет все нормально. То есть нам плюс будет. Сейчас до туда доедем, возьмем, нам откроют большую территорию. И все будет нормально. Я могу получить одну машину, если я задрифтю на $200 дрифт сделаю. Не знаю, как то ездим. Как в такси фильм, если знаете. Наверное, по-любому многие видели фильм «Такси». Ой, проехал. В магазине, повторяю уже какой раз. В магазине все продается. О, стоп. Тебе надо найти примерное местоположение этого. Если находится, наверное, находится где-то вот тут. Ой. Где-то на этой территории. Где-то, наверное, на этой территории. Да, и там, где-то тут на берегу. Почему нажимаю быстро это? Маршрут. Точно. Ага, еще тут такое место. Что-то попасть, я даже не знаю, куда надо ехать. Он прямо на берегу. Как мне на берег попасть? Ага. Надо ехать через берег, чтобы туда попасть. Где-то он тут находится, короче. Где-то на этой терри... Тут рядом, короче, находится. Вот он. Надо на эту тропинку. Проблема. Все так просто не заехать. Уже он тут стоит.
Или тебя можешь сломать. Если тебя можешь сломать, там... Могу? О. Нет, он на дорогу. Хитро. Хитро, хитро, хитро. Ага. Если они ломаются? Проверил. Так, а отсюда нам не заехать, отсюда нам тоже не заехать. А тут мост. Очередной мост. Я, походу, вход нашел. Как? Нет, не нашел. Дурацкие заборы. Проблема большая у нас тут. Сейчас попробую найти. Да ну, неужели просто хватало подъехать сюда? Я не верю. Да, надо бы все же было подъехать. Эх, обидно. Обида, обида, обида. Так, все, можно сюда телепортироваться быстренько. Поехать. Прям в этот почему-то въехал. Почему? Тут неудобно. Застрял. Даже бронзу не получил. Эх, ну и ладно. В общем, так и обычно. Но на мотоцикле попробовать эти. Мотоцикл, мне кажется, самая легкая вещь. Так, тачку. Ищем тачку. Не дают мне это, а? Лол, я вокруг ее езжу. Смотри, а тут уже другая тачка, найс. Да не так все и плохо. Что сейчас было, никто не знает. Да. Так. Заворачиваю. Сейчас у нас будет внедорожник. Машина. Надеюсь. Надеюсь, что она не стоит 100 тысяч. Это прокачка. Надеюсь, она бесплатная. А то будет не очень. Потому что у меня денег у меня особо нету. А в Нью-Йорке мы кататься будем, не знаю, не скоро, я думаю. Так. Ну, 120 машин у нас едет, хорошо. То есть 120 она точно едет. Войти?
Найсова, все у нас Найсова. Тюнинг мастер. Ух ты, у них прямо в ангаре. Ничего себе. Оплачен сдвое. Совершенная машина. Что теперь? Нет, пусть белая будет. Салон. Хех. Сделаем самую опасную машину. Погнали. Опасно. Все, теперь у нас опасная машина. Кердец. Лол. Вот это, понимаю, машинка. Все. Не особо. Можешь выбрать одну из двух группировок 5-10. Потом ты сможешь выбрать другую группировку. Или остаться там, где начал. Паша на бронза 4. ПВП это что в смысле? Чтобы закрепить репутацию, вступи в одну из пяти региональных группировок 5-10. Представляй свою группировку на событиях и заданиях PvE и PvP. Улучшай свой имидж и имидж группировки, выполняя задания и события. Чем лучше ты ездишь и чем выше твоя репутация, тем выше заработок. Ага. Окей. Хочу быть Орал. Теперь я Орал. Не хочу в ПВП участвовать. То есть моя машина насколько быстро ездит? Хочу просто проверить, насколько быстро она ездит. Та наша разгонялась до 120. Я понял. Да. Не очень она и быстрая. Ну, 120 есть, только она долго разгоняется. В магазине. Так, ладно, го делать это. Задание, которое нам надо. Чё, поедем вот туда? Вот сюда. Давайте сюда поедем. Я хочу вот сюда.
А если хочу поменять машину, например? Я могу. Могу. То есть, значит, еще спорткар может быть. Разгон хромает, скорость тоже хромает. Да уж. Не очень-то машина. Хотя, смотрите. А если я поеду в мой гараж, где он? Сюда. А тут одна? Не, вот он, Мар. Так. Наверное, это интересная тема. Это тоже будет хорошая тема. Нет. Стоп, а если я... Ага. То есть для этого мне надо отдельные запчасти получать. Ага. Понял. То есть для этого мне надо ездить по городу заново. То есть, знаешь, выполнять маленькие задания. Хорошо, буду знать. Буду знать. Ну, не знал просто, сори. Давайте на это поедем. У нас опасная машина. Брум, ой. Проехал два. Далеко нам ехать? Кстати-ка. Это что у нас такое? Какое-то задание, которое нам еще недоступно. Даже не успел посмотреть. Полю какое-то ПВП, наверное. Это, наверное, ПВП. Тема. Нам ее не дадут сделать, потому что мы низкого ранга. Надо будет посмотреть, что за ПВП. Да, не очень хорошо, наверное, иметь, да? Фигню впереди. Царапает. Все. Что-то быстро там время истекает. Не знаю, как можно так быстро успевать все это делать. Ладненько. Едем по горам. Походу у нас будут как раз внедорожники. Так кажется, потому что ездим в такой местности и вообще едем в такое место, ну и земля такая уже, знаешь, дорога полуземля.
Твоя машинка, восстанавливайся. Я знаю, ты можешь. Я же видел, как ты восстанавливаешься на глазах. И машина собирается. Сами видите, что машинка сама собирается. Давайте попробую сделать задание. Я иду настолько напрямую, что... на такой скорости. Нормально. Чем мышка появляется? Не хочу, чтобы у меня мышка была. Почему у меня обновляется? Чё прикол? Почему у меня иногда не обновляется это? Типа, да? То есть, типа, черный экран иногда появляется. Одиночку. Посмотрим, если наша машина не пойдет, то возьмем. А, она сама меняет. Это хорошо тогда. Тогда я вообще. Молчу. Смотрите, белая машина и красная машина. А, тут у нас вообще Xfinity. Вот это. Вол, машина летает тут. Вот это называется спорткар, да? Я мотор не слышу. Мы как будто летаем. Оу. Мне просто такой звук, как будто мы правда летаем. Смотри, сейчас мы разгонимся, нормальную скорость сделаем. Смотрите. Я думал, что это пластмассовый забор. Сейчас мы услышим это. Услышите? Мы летим тупо. Слышно только один ветер. Дайте послушать мне машину. Воздух. Пожалуйста, только не приближайтесь ко мне. Тихо. Тупо воздух. Рип-мотор, как говорится. Я потрясил. Это такая скорость или чё? То есть мы едем настолько быстро, что ей даже рычать не надо. Ой.
Рип первое место. Вот, кстати, недалеко от них были. Не всегда нас так. У них немного лучше машина, чем у меня. Ну, чуть-чуть, вот этих двоих. Или звуки лагают? Скорее всего, это звук. Тихо. Ездим, конечно, в небезопасном месте. О, мама. Тихо. Погнали. А, чё, всё? Я опять не заметил финиш. Найс. Послушал звук воздуха. Золото. Конечно. Фок двигателя. Найс. Ну, минус, да? Отправиться в штаб. А, чтобы запчасти ставить для нашей той машины, нам нужны запчасти 10 уровня, точно. Какое наше следующее задание? Сюжетное задание у нас тут. Погнали. Может, зря телепортировался, ну и ладно. Вот так прокачусь. Территорию изведаю. Может, еще машину найду. То есть у нас плюсы. Плюсы есть. Просто разгон. Если просто разгон, то ладно. То я согласен. Ух ты. Эту машинку прокачали немножко, нормально. Или наоборот, да, прокачали. Not bad, как говорится. Вот видите, почему? Это раздражает. Может, мне отправлять в онлайн режим? Так, тоже может быть. Погнали! Двигай в сторону Black Hills. Есть заряженный внедорожник. Попробуешь его, потом расскажешь. Окей. То есть он сам не сад. Ух ты. Ниссан. Ниссон. Ниссон. Я за рулем. Что мы ищем? Эта тачка подойдет для перевоза контрабанды. Проверь ее. Выжми все соки. Ниссон. Орел, кстати, послышали, да? Что-то было. Не. Не-не-не-не. Орел, замолчи. Хоть я и орла выбрал. Ну и ладно. Ебало по раз это. Машина, что ты делаешь? Давай, парень, ты почти на месте.
Машина медленная у вас. Я могу почти на месте быть. Такой скоростью. И на 5 секунд, смотрите. Опа. Вот баран. Медведь, ты что тут делаешь? Медведь. Ты шо? 12 уровень, найс. Вот 9 уровень один падает. Если 10 выпадет, там может быть пихнуть в эту. Медведь. Ну все, Херш, машина сказка. Я это и хотел услышать. Механик ее заберет. За мной должок. Мне дадут, наконец, значок, а? Так точно? Погнали. У меня есть план, который наверняка сделает меня V4, и тогда ты получишь свою метку. Какая? Я узнала реально крутой тачки, контрабанда из Европы. Угоняешь ее, мы дарим ее боссам из 5-10 и готово. Скажи мне где. Пора. Нам нужен бейдж водителя-испытателя. Сейчас он в аэропорту. Хершел, этот пилот заметил меня, и теперь все сложно. Что происходит? Перезвоню. Заставь этого пилота затормозить. Сюда иди, школьник, хотя у него машина быстрее, чем я. Все фиг знает. Алекс, где ты был? Какие новости? Мне нужна машина, чтобы помочь Хершу получить метку V6, да и мою метку. Ты под прикрытием, но это не дает тебе права нарушать закон. Расслабься. Тачку убрали, мне будут на заказ. Фактически мы возвращаем украденное. Окей. Если мы потом все восстановим, я согласна. В следующий раз сначала советуйся со мной. Ладно, ладно. И что мне с ним делать? Я его за минуту не вывалю. Если хотите, что я его за одну минуту как-то завалил? Я не знаю. Это почти невозможно. Что его за минуту завалить, я не знаю. Не надо это. Lamborghini какой-то. Потому что раз я не знаю, куда он едет. Чуть пожарка не развернулась. Пока успеваем. Давай, 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 давай. Отстань от меня. Чокнутый придурок. Спешка здесь ни к чему, не торопись. Еще один удар, и он готов. Все. Уф. Последние секунды поджали. Ты забрал его бейдж? Да. Двигай в сторону трассы и садись вместо него в машину. Ладно, а что теперь? Привлекать внимание нельзя. Продолжай играть роль пилота и выезжай на трассу. При первой возможности сваливай. Опа. Как это называется? Ford GT. Не сбавляй скорость. Сойдешь с трассы, считай дело провалено. Чё тут за график по времени? Жёсткий. Жесткий. То есть я почти еле-еле успеваю. Давайте я себе это время накручиваю.
Так. А сколько мне ехать-то? И куда мне сваливать? Комбинацию будет сулить. А у тебя неплохо получается, видишь выезд? Думаю, он скоро будет, только бы сработало. Куда ты тормозишь? А тут еще кто такие? Кэш, похоже, трое обо всем узнал. Что? Но у меня на хвосте свора его шавок. Да уж. Вали отсюда! Мне нужна эта машина! Пока. А и как мне скрыться от вертолета? Не, а как мне скрыться от вертолета-то? Вообще возможно от вертолета скрыться? Не понимаю. Хотя я отрываюсь от вертолета. Он меня догоняет. Откуда меня видит так сильно? Еще палец по черному, ну серьезно. Найс. 30 секунд продержаться. Это будет сложно. Еще когда за мной так вертолет летит. Будет очень сложно. Еще когда впереди эти. Нет, 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 нет. Да ну, вы что, издеваетесь, что ли? А-а-а! Четыре, три, два, один, давай, 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 давай! Ну вы что, издеваетесь? Где тут выход? Что, нельзя так выходить? Машина уже не заворачивает никуда. Мою машину заносит, я ее сломал. Где наконец-то.
Да уж. Не очень. Позже наш маленький подарок заберет один из V6. Надеюсь, перед тобой уже новый V4 со Среднего Запада. А ты, мой друг, вполне заслужил новую метку. Ты сделал это, парень! Теперь я V4 Среднего Запада, а ты вступил в 5-10. Ты заслужил метку, старик! Так я в деле? Да, по всем бумагам. Теперь это официально, и думаю, тебе не терпится поглядеть по миру. Скажи, что нужно. Парень по имени Эрик Цус управляет делами бритвы на восточном побережье. Получается не очень. 5-10 теряет кучу денег, и я обещал помочь. Разберись с проблемами на восточном побережье. Понял. Ли. Все. Народ, спасибо, что смотрели. С вами был Джоз, кстати, как всегда, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Я тут говорю опять два раза, и, не знаю, у меня такая привычка, и всем пока.